Звуковое давление на лобовое стекло автомобиля называется СПЛ. Оно зависит от мощности акустической системы. Михаил приехал из Иркутска. Он завсегдатай таких чемпионатов. Занимается автозвуком около 7 лет. Чтобы так оборудовать свою машину, ему пришлось потратить порядка 400 тысяч рублей. Ну, при определенных децибелах там как бы и почки могут отлететь. Вот, а как сам не боишься прям? А я на полную не делаю. То есть это еще он не даже не надо. Будет замер, там все будет видно. А на замере я буду в берушах. В чемпионате приняли участие около 50 автомобилей, представленных в разных номинациях. Для первого раза в Улан-Удэ это более чем достаточно, говорят организаторы. Здесь и чемпионы Сибири, и новички, и эксперты. Тот, кто победит сегодня, поедет дальше представлять нашу республику в других регионах, а возможно даже за границей, если так получится. Вот. Главное то, что когда к нам обратились ребята и сказали поддержать, то есть попросили оказать информационную поддержку, мы, естественно, сразу откликнулись. Кто, как недорожное радио, должно заниматься автошоу здесь у нас в городе. На суд жюри были представлены 4 номинации. Тюнинг, самый громкий автомобиль, мультимедиа и качество звучания. Машина должна звучать реально, как скрипка Страдивари. То есть ты должен сесть в машину, расположиться поудобнее, услышать всю глубину сцены и каждый инструмент в отдельности. Если это ESPL, то есть это максимально громкие автомобили, то надо качать так, чтобы барабанные перепонки лопались, грубо говоря. То есть вот чем громче, тем лучше. Ну, соответственно, все будет измеряться специальными приборами. Чемпионат по автозвуку в Улан-Удэ стал возможным благодаря поддержке городской администрации и дорожного радио. Организаторы надеются, что чемпионат станет традиционным. Дарья Белоусова, Вячеслав Сердюченко. Новости дня.